Управлять играми я буду вот с такого вот геймпада, который у нас на присосках. Вот так вот. Раз, цар. Опа. Писюн. Опа. Опа. Писюн. Такой вот. Писюн. Некий специфический. Опа. Писюн. Опа. Опа. Писюн. Такой вот. Писюн. Некий специфический. Опа. Писюн. Опа. Опа. Писюн. Такой вот. Писюн. Некий специфический. Опа. Писюн. Нет, кухни нету. Поэтому без кухни. Так, ну чё, собираем стол. Сколько время-то? Или надо ехать уже? Бля, 18.14. Ай, 18.14, блин. Чё-то стол-то не успею. 19. Да не успею. И хрена там таджик, короче, приехал. Прикатил какую-то Жигули шестерку. Прямо положил сверху на нее огромную фанеру на крышу, залез на нее и скидывает прямо на нее сверху мусор и что-то там утаптывает. Какие-то коробки, короче. Прямо на машину. Пиздец. Сейчас стол попробуем собрать по-быстрому. Начать. Колотроны там ходят со своими самокатами. Вот такой вариантик себе сделал. Сатанинский вариантик. Альпейника. Вполне неплохо, да? Вариант хороший. Отчитать сам альпо. Так, да не, я ипотеку не брал. Это не моя квартира, это съемная. Так, хотя можно было бы, ну я говорю, накоплю, если 2 ляма, то возьму себе. 4 стоит, 4 где-то миллиона стоит такая квартира. А это надо 2 взять, 2 в ипотеку, тогда еще нормально. Тогда можно себе купить подобную берлогу. Ну может даже чуть дороже она, 4500 где-то. Может и 4500, так кто его знает, блядь. Там соседи, тут соседи, везде соседи, блядь, везде. Вы слышите? Это поезда. Это поезда, блядь. Очень, блядь, скрипучий, ёб твою мать. Вы слышите эти поезда? А это поезда. Короче, блядь, любители, это, Шелдон Купер бы, блядь, был бы счастлив жить в этой квартире, поскольку... Но звуки поездов, визуально видно тепловозы, локомотивы, всякую хрень. Короче, там миллион тепловозов за окном для любителей поездов. Так, 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 надо нам Г-образные HDMI-чики. Так, вот эти вот штуки нужны. Так, полить местоположение квартиры я не буду, поэтому не спрашивайте меня в каком районе. А как съехал? Я съезжаю не по своим же обстоятельствам. Это ж не то, что я вот захотел и переехал. Обстоятельства поменялись, пришлось переезжать. И так постоянно будет. Постоянно. Вот что, вот основной ключевой момент, что ты не можешь долгое время где-то вот снимать и жить там. Все равно там какие-то что-то поменяется, что-то там изменится и все, и пиздец. Других вариантов не будет. Перед вами новый ответ. Новые правила, новые условия и вообще все остальное. Ничего общего со старым Олегом. Ничего. Полностью, полное отрицание всего.
Полное, тотальное. Тотальное, перманентное. Никаких жалоб, никаких еще других историй. Так. Надо, блядь. Ну вот этот может. Там, блядь. Розетка просто за этим, за шкафом. Розетка за шкафом. Поэтому вот этот вот подключили. Да, вот. Нормально. Так, а каким подключим? Три. И типа здесь 51. Олег, привет. Можешь вкратце рассказать, почему снова переехал? Дед тебя выгнал из дома. Да дед тут ни при чем. Дед, он вообще сосед с какого-то этажа, наверное, сверху. Обстоятельства поменялись. Вкратце просто обстоятельства поменялись, пришлось переезжать. Более подробно сказать не могу, но в целом поменялись обстоятельства, пришлось переезжать. Ты хуй дотянешься нахуй. Здесь дедов нету в этом доме. Здесь полное отсутствие дедов. Можете забыть, блядь, про деда, нахуй. Здесь, в этой квартире их не будет, дедов. Вот мне надо гардину повесить. Я уже договорился с кто сдает квартиру, что я могу просверлить две дырочки и прихерачить гардину. Сапсан, вон он, Сапсан едет, вам не видно, но я его вижу. И тысячи, тысячи поездов. Я говорю, это квартира для любителей поездов. Вот, что я могу еще сказать? Надо идти вниз. Потом я сейчас внизу куплю, получается, готовой еды, покушаю сразу же. Потом мы будем подключать кинотеатр, будем подключать его, настраивать, потом ставить сюда стол, вернее, собирать сначала стол, потом повесим гардины. Ну, в общем, я не знаю, до 6 часов надо просто это все успеть сделать. Мне в целом нравится. Все прям, ну, хорошо. Я даже микроволновку притащил, которая называется Sony PVM, в эту квартиру, чтобы вы понимали. Даже микроволновка Sony PVM уже в этой квартире. Это удивительно. Мне кажется, никто бы ее не притащил бы в такую маленькую квартиру. Что я делал-то, нахуй? В твоей квартире, что ли, отставил, не пойму. Ты врал же. Пить купил? Сохранить не сохранил. Чтобы так не покупать. Чтобы покупать, блядь, нихуя не сохранять. Точно такая же студия, вот один в один, как это, но только с мебелью, с холодильником, там, с кухней, соответственно, будет 40 тысяч стоить. 40. Ну ладно, в другом доме ты можешь там и за 25 найти там с какой-то техникой мебелью. Но именно что она будет с мебелью. То есть мне же нужна была полностью пустая. То есть если бы там был вариант, вот не знаю, холодильник, стиралка. Ну стиралка, допустим, здесь прачечная, наверное, минус в первом этаже есть, это пойдет.
ну, допустим, был бы холодильник, стиралка, там, плита, вот такой, что по минималке, таких почти нет вообще. И поэтому я снял вот как бы полностью пустую, соответственно, у меня цена аренды ниже за счет этого. Единственное, что мне нужно, и у меня вся мебель вошла, то есть она маленькая, но вся моя мебель, а ее и так много. То есть от того, что будет еще один маленький холодильник, ничего не поменяется. То есть, чтобы вы понимали, чтобы заехать сюда, я отдал грузчикам 11 косарей. Плюс мне Дэн 2 дня помогал таскать. Плюс где-то, ну, ходок, наверное, 6 на машине, полностью забито, я еще сделал. Плюс я 5 коробок огромных отправил в Тагил. Плюс что-то еще находится до сих пор в моих кладовках, которые мне уже не принадлежат на старой работе. И это от того, что будет еще один холодильник, ничего не поменяется. Куда мир катится с ценами на хаты? Все хотят, чтобы за них платили ипотеку, а не они сами. Я хочу холодильничек такой маленький, чтобы его можно было перевезти. Ну, вот грузчики, когда таскали, газель большая, ну такая длинная, длинный такой кузов у нее был, а он был полностью весь забит. Потому что мебель вся моя. Я говорю, я даже притащил эту сраную микроволновку, которая называется Sony PWM, чтобы вы понимали градус абсурда. Когда снимаю хату, я снимаю ее в новом районе Питера для того, чтобы весь Питер как бы посмотреть. Хотел снять на Васильевском острове, мне не понравилось. Вот. Ну, цена еды небольшая, в принципе. Не сказать, что и маленькая. Но вот одна такая порция, в принципе, хватает, чтобы наесться одной. Одна порция чего-то, какого-то блюда. Там, не знаю, вот картошка с мясом, например, сейчас у меня, да? Картошка, мясо. И, ну, мясо, курица. И вот соус. 200 рублей. Да, макароны с рыбой какой-то там. Тоже 200 рублей. 200 рублей в основном. Блюдо 200 рублей. Вот. Есть там всякие лепешки, шавермы. Какие-то там. Еще куча всяких блюд. Они подешевле чуть. Там лепешка какая-нибудь такая, типа, как завернутая. Какие-то овощи тушеные, мясо тоже, типа, фарша. И это завернуто в лепешку. Стоит там 180 рублей. Нет, две не надо. Это я сейчас две сожрал, потому что я до вечера есть уже не буду. И только вечером у меня сейчас... Но у меня сегодня, скорее всего, два приема пищи будет. Вот, сейчас я поел. Ну, вот, самый старый только дед-охранник, блядь. Тут есть тоже свой дед, блядь. Я с ним вчера договаривался, чтобы он меня пропустил, блядь, на разгрузку. Вот. И это... Стоят молодые девчонки. Лифт вызвали, ждут. Они говорят, девчонки, он, смотрите, какой сабвуфер. Это своя система домашнего кинотеатра будет. Они говорят, ой, да, ничего себе, как круто. Да. А на каком вы этаже живете? Ну, я там свой называю. Вот. А мы на 12-м. Я говорю, а ничего. Вы, ну, Дэн сказал, а ничего, вы этот сабвуфер на 12-м услышите, он пробьет.
послушаете, весь дом послушает этот сабвуфер. Любые стены. Олег, надеюсь, у тебя все наладится. Жду с нетерпением, когда снова окажусь на твоем диване. Без одежды. Марина Сергеевна задонатила или кто? Блять, какая-то гейская хуйня. Я думал, Маришка, блядь, захотела на моем диване голой оказаться. На этом диванчике, блядь, отжарил бы ее, блядь, вот так вот. Нормально бы, блядь. Собирать на стриме вот этот корабль. Вот этот. Это черная жемчужина. Блэк. Идеальный черный. Для идеально черного телевизора идеально черная жемчужина. Пойдет? Я думаю, что пойдет. Да. Кинуть как можно ближе к задней стенке. На холодок с капитану голубой устрицы. Вот это да, 500 рублей. Спасибо. Это благодарствую. Вот. И в этом весь и смысл. Поэтому да, естественно, надо в гофру. Прочно. Боссов за джим обживает новый дунжан. Алишка, по тайную комнату с игрушками для слэйвс покажешь. Футболочки тебе очень идет. Настоящий дунжан мистер, хорошего дня. Спасибо, от души благодарствую за такой щедрый, приятный донат. Той работы старой я уже ушел. Я сейчас только на ютубе. Добренько. Всем ох, добренько. Желаю всего самого наилучшего. Все наладится. Спасибо большое, Витя, от души, за хороший, щедрый донат. Вот ваши теплые слова меня радуют, потому что настроение действительно было очень паршивое местами. И переезд, и все вот это вот нахлынуло на меня, все проблемы. Но больше, чем наш в Тагиле, все равно. Думал сначала как? Поставлю пивот вот здесь, перед окном. Олег, от имени ваших соседей по лестничной клетке прошу прекратить водить парней в свою квартиру по ночам. Вы же знаете, что стены у нас тонкие, мы все слышим. Да, очередные гейские донаты. Вот, сабвуфер клипш вы скоро услышите. Вот, я что скажу, кстати, знаете, что вы услышите? Скоро услышите, как играет сабвуфер клипш, блядь. То есть нужно делать уже кинотеатр по остаточному клипшу, чтобы просто что-то там играло. Олег, беспокоит тебя служба доставки. Прошу в следующий раз не хватать грузчиков за болт. Мотивирую это тем, что ты их подстраховываешь от падения. У меня уволилось 2 грузчика после твоего заказа. Да, охуенное предложение. Вот. У меня есть машинки Hot Wheels. Кто из вас коллекционирует такие машинки? Напишите в чате. 4 мека. Так, ладно. 4К это хорошо. Карта захвата очередная. Добрая. Хорошая. Авермедиа. Лайфгеймер HD. Лайфгеймер HD. Готовить я не буду. Так, ну тут инструкция. Я думаю, что она мне не пригодится. Так, ну выглядит неплохо. Современненько. Печатки, конечно, не остаются и зацрется она, но за счет того, что у нее поверхность такая, в принципе, можно ее легко протирать будет.
Здесь просто у нас крутилка. Нажималка. Электронная, короче, крутилка. Электронная нажималка. Ну, такая плитка. Не знаю, неплохо. Тут даже вентилятор у нее есть. Смотри. Какая-то новомодная лампочка, слушай. Типа цоколь Е27, а сама лампа вот такая. С какими-то микросхемами. Это вот типа алюминиевая. Забавно. Лампочка как маленький пеструнчик. Олег, на прошлой неделе я приобрел у вас массажер для простаты через Авито. Все прекрасно, но я не могу разобраться, как им пользоваться. Вы обещали прислать подробную видеоинструкцию. Пожалуйста. Да. Это страшно. Оу, щет, мое почтение. Да, обренько. На холодильник ёршик для унитаза. С уважением, дядя Лео. Сделай обзор на холодильник. Спасибо, дядя Лео, за помощь. Холодильничек всем миром по нитке. Глядишь, Олежа, с холодильником. Ни хрена себе, дядя Лео. Ёб твою мать. 4 косаря. Сильно. Вот это ты молодец. Собрали, блин, холодильничек. Благодарствую. Всем спасибо. Тебе, дядя Лео, особенно за такой щедрый подгон. Так хорошо, вот. Реклайнер работает. Да и все, вот. Вот формат. Сидишь, смотришь, кайфуешь вот так вот. И все, и хорошо. Ну вот в таком формате, например. В целом, вот, ну как бы экран большой. Вот это место более референсное по звуку будет. Вот это ближнее. Это будет референсное место. И можно дуль! Эй, ёмок! Эй, ёмок! Эй, можно дуль!